Алексей Стетюха, Олег Горячев, Первый Балтийский канал. В Рижском свободном порту кризиса не было, нет и не будет. В этом убежден его председатель правления Айнар Шлессерс. Вопреки спаду в других отраслях, говорит вице-мэр столицы, в последние месяцы в порту наблюдается прирост в обороте грузоперевозок. Для председателя правления это является самым лучшим подарком в канун юбилея – 810-летия Рижского свободного порта. До конца года Рижский свободный порт будет работать с приростом. Таковы расчеты Айнарса Шлессерса. Если еще в январе нынешнего года порт обслуживал на 15% меньше грузов, чем в предыдущие годы, то уже сейчас наблюдается подъем. Сейчас оборот грузоперевозок в Рижском свободном порту достиг 30 миллионов тонн, тем самым обогнав Венспилский порт. Сегодня Рижский порт является самым большим портом в Латвии. Мы укрепляем позиции в Балтийском регионе. Мы начинаем серьезно конкурировать с скандинавскими портами. Мы начинаем забирать грузы как у шведов, так и у финнов. Мы активно работаем с Казахстаном. В сентябре месяце будет большое событие, когда казахский бизнес будет озвучивать новые цифры, сколько казахских грузов мы отгрузили уже за последний год. А в эти дни Рижскому порту исполняется 810 лет. Чтобы достойно отметить солидную дату, подготовлена специальная праздничная программа. 21 августа в рамках праздника города Риги на АБ-дамбе пройдет соревнование на воде. Дистанция на водных велосипедах, регата гребцов и чемпионат водных мотоциклов. В регате «Остров гребцов» участвовать приглашается любой желающий. Соревнования будут проходить в трех дисциплинах. Морской каяк, туристическое каноэ и класс по резиновым лодкам. Желающие принять участие в этих мероприятиях должны зарегистрироваться до начала соревнований 10 часов утра субботы. Айнар Шлессерс приглашает всех рижан и гостей столицы вместе отпраздновать славный юбилей Рижского порта.